тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. С нами состав Рома. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. И у нас финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Рома идет вперед флангом. Там есть свободная зона. Де Росси. Кевин Стротман. Джек. Хавьер Пастор. Стротман. Пастор. Удар по воротам. Мяч словно приклеился.